Мы сейчас сделаем капучино без капучинатора своими силами, буквально, как обещает лайфхак, за 3 минуты. Нам понадобится обычный растворимый кофе. 2 чайные ложки. Сахар. 1 к 1, также 2 чайные ложки. Кипятим воду. Теперь к вот этой нашей сухой массе мы добавляем 5 ложек кипятка. Теперь нам нужно все это как следует перемешать до однородной массы, такой пенистой. Посмотрим, выйдет ли это без каких бы то ни было средств. После вот где-то 3 минут вот такого вот болтания у нас получилась вот такая масса. Сейчас мы возьмем молоко, пол кружки молока, и отправим его погреться в микроволновку. Теперь в молоко подогретое мы отправляем нашу массу и перемешиваем. Еще хочу добавить, я сделала глоток, потому что надо же попробовать, да, чтобы приготовить. В общем, по вкусу это ужасно сладко. То есть людям, которые не любят сладкий кофе, этот вариант не подойдет. Надо уменьшать количество ложек сахара и, скорее всего, увеличивать количество ложек кипятка.